К другим темам. В Твери близятся к завершению ремонтные работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас на отремонтированных объектах ведется комиссионная приемка и отбор проб асфальтобетонного покрытия. Так, например, сегодня контрольные вырубки образцов дорожного покрытия делали в поселке Химинститута. Этот объект в поселке Химинститут – один из самых крупных в Московском районе. Общая площадь отремонтированных в этом сезоне дорог составляет около 21 тысячи квадратных метров. Это проезд от Московского шоссе до центральной районной больницы и проезд вдоль ряда домов. Сегодня на объекте производится комиссионный отбор проб уложенного асфальтобетонного покрытия для направления в дорожную лабораторию с целью определения качества выполненных работ. Специалисты забирают образцы асфальта в лабораторию, где будут проведены исследования на предмет их соответствия по таким параметрам, как толщина, уплотнение, водонасыщение. Приемка проводится сейчас и на многих других объектах. А в целом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 53 из 54 объектов уличной дорожной сети. В полном объеме выполнены работы уже на 30 улицах.